Добрый день, дорогие зрители канала о растениях. Мы в питомнике Агрофлора, и посмотрите, какой прекрасный можжевельник Blue Arum мы здесь нашли. Точнее, мы нашли его не один, а целую плантацию, но поговорим вот о вот этом, скажем так. Как вы видите, растение уже достаточно крупное. Если убрать горшок, ну, оно моего роста может быть даже немножко выше. Но форму соблюдает правильную. Blue Arum растет где-то до 3,5-4 метров, но в диаметре он не достигает больших размеров, где-то сантиметров, наверное, около 80, это максимум. Хвоя очень плотно прилегает друг к другу, поэтому этот можжевельник смотрится просто потрясающе. Со стороны это четкая вытянутая капля, на которой не видно, как отходят немножко от ствола ветки, как это бывает у других можжевельников. Еще чем он интересен? Тем, что этот можжевельник можно стричь. Очень часто из него выстригают спираль или что-нибудь такого плана. Спираль круглую можно сделать вот такую вот заостренную. Смотрится он красиво во всех спиралях. И режется, говоря по правде, и стрижется он очень легко. Поэтому никакой проблемы с этим нет. Если у вас есть такой можжевельник, вы можете смело его постричь. Даже если вам не понравилось, как вы его постригли, нарастает он, как вы видите, где-то 10-15 сантиметров. На моей практике было и до 20 сантиметров в год дает каждая ветка. Поэтому, если вы постригли его немножко неправильно, как вам показалось, или вам не нравится просто форма, на следующий год он уже зарастет обратно, и вы сможете смело стричь его еще раз. Поэтому не бойтесь стричь этот можжевельник, тем более, что в нашей зоне он прекрасно растет, прекрасно себя чувствует. И на ярком освещении, здесь он стоит немножко в притенении, и не такой голубой, как всегда. На ярком освещении, прижившись в почву, он выглядит сизо-голубым, очень-очень красивым. На фоне, скажем так, туи смарагд, он выглядеть будет очень выгодно, и если они сидят недалеко друг от друга, смотрится это просто потрясающе. Всего доброго! Смотрите наш канал!